Интересно, это машины сотрудников? На задней скорости. Посмотрите, он таранит. То есть мозги отключились, что ли? Вчера относительно здоровые люди, которые всего лишь лежат в стационаре 7-й горбольницы Екатеринбурга, сняли явно больного человека, которому какой-то добрый доктор не иначе в карты проигрался, а на кону стояла медсправка о том, что за руль ему садиться можно. На задней скорости. Да. И скорости не переключил. Да, пихает и пихает. Ну. А там кто, надо врачам сказать, это случайно не их машины, у кого-то у медиков стоянка, похоже, для них. А что происходит-то? Почему не переключает-то? Что-то девчонки, может, скажите там в ординатор. Испугалась, кому? Наверное. Нет, вот слава богу, переключил. Сейчас обратно, скорость. Наверное. Она не понимает, она или он кто-то смотрит. Посмотри, что делает, ужас. Не понимает, что делает. Точно за рулем. Скажите в ординаторской кому-нибудь, может, это у них машины кто? Поначалу эти больные, которые к кроватям не прикованы, а делать им нечего вот в окно и пялиться, увидев, как Nissan Qashqai с задним ходом, выезжавший из парковки, стукнул стоящий Kia Soul, раз, еще много-много раз, будучи дремучими сексистами, в плену стереотипов мужского шовинизма, предположили, что за рулем впавшего в истерику Nissan сидит юная блондинка, которой эту машину подарили вместе с правами, а ездить не подарили, и она запуталась в рулях, педалях и рычагах. Но были вскоре посрамлены, когда из-за руля вылез весьма зрелый мужчина. Капец. То есть растерялась, видно, на заднюю скорость вообще не переключает, я думаю, женщина. Там дедушка. Дедушка? Капец, мозги совсем не работают. Посовещавшись между себя, дед Qashqai решил сменить направление и хитрым путем все же выехал из ситуации под крики зрительниц, которые болели за него так, что чуть не выписали их, как здоровых. Ух, слава богу, давай влево, а потом назад. Но ему все равно уезжать нельзя сейчас. Ну сейчас, да, он уже. Однако мужчина вполне уверенно с места многократного ДТП скрылся, совершенно спокойно. Точно так же, как спокойно, не моргнув фарой, позже уехал и Kia Soul, чей хозяин никаких повреждений не увидел. Может быть, просто потому, что их и не было, но из палаты видно виднее. Все, короче, он свалил.